Скандалом закончилось появление двух мусульман на предвыборной встрече республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа со своими сторонниками в штате Южная Каролина. Сначала охранники вытолкали из зала под улюлюканье мусульманского мужчину Джибрила Хафа за то, что он выкрикнул слова «Проблема не в исламе». Затем такая же участь постигла мусульманку Роуз Хамид, несмотря на то, что она не произнесла ни слова. Она была одета в хиджаб, на ее майке были написаны слова «Салям, я пришла с миром» и наклеена желтая звезда со словом «Мусульманин». Дональд Трамп сделал исламофобию одной из центральных тем своей предвыборной кампании. В частности, он выступил с предложением ввести запрет на въезд мусульман на территорию Соединенных Штатов. Роуз Хамид объяснила мотивы своего появления на встрече с Трампом. «Я не хотела нарушать порядок. Я не хотела создавать проблемы. Моей целью было дать понять людям, что то, что говорит Трамп, недостойно кандидата в президенты». Совет по американо-исламским отношениям, крупнейшая мусульманская группа давления в США, потребовала от Дональда Трампа принести Роуз Хамид извинения за ее изгнание с собрания избирателей.